Всем привет, ребят! Ну что, решил я потрэшевать сегодня с вас, конечно же, лайк за такой трэш. Мы с вами тестировали много героев и тестировали, как они бегают в флешронах. Кто может смотрел, не смотрел, поищите на канале. Это Ронин с девятым бегом. Но я решил сегодня зайти немножко дальше. Есть такие герои, точнее, есть один герой, который увеличивает скорость бега. Это у нас Купидон. И на 13 скелетом довольно-таки неплохая прибавочка. И мы сегодня затестим его на максималке. Плюс его еще прокачаем с бегом. Поищем локацию, в которой можно будет, знаете, так посмотреть на это все, как он будет бегать. Короче, сейчас будет реально полный трэш. Поехали, ищем Купидона. Сейчас посмотрим разницу. Для тех, кто не в курсе, не знает. Блять, этот долбаный Зефир меня уже задрал. Не могу на него смотреть после сегодняшнего. Так, вот наш купидончик стоять. Такс. Десяточка, ничего нету. Одиннадцатый добавляется у вас 20% скорости. Двенадцатый 35 и тринадцатый плюс 50. Ну и как вы думаете, что в этом случае будет? А в этом случае должно быть вообще просто жестко все. Мы сейчас еще прокачаем бег. Я надеюсь, у меня бега так нету. Сейчас придется нам, ребят, попотеть, паролить бег. Ну, никуда от этого не денешься. И затестить эту имбу на максималке. Хотя бы увидим, что такое. Я не знаю уже, как это назвать будет. Поехали. Поехали трешовать. Я надеюсь, мы долго не будем выбивать бег. Он обычно падает очень быстро. Ну, знаете, в таких случаях, как обычно, может быть западло. Такс, понятно. Давай, давай, рандомчик. Нам нужен бег. Воодушевление. Ремка. То чувство, когда, блин, ты ищешь какой-то дно талант, по сути, а тебе падают топовые таланты. Каменка. Девушка. Бог войны. Бастион. Да давай, что это такое, блин? Запарили уже. О! Есть, отлично. Ну, в принципе, я солью лучше ремку. Не ремка беспонтовая. Пусть лучше будет то. Есть, вуаля. Девятка. Плюс 75%, ребят. Плюс 75%. Ставим сюда еще такой вот вариант. То есть это сейчас будет просто, просто жесть, ребят. Сейчас посмотрим. Давайте где-то просто в рейде его выкинем. Но ему единственное надо включиться. Его тут сейчас смотритель будет шатать. Но я бы не сказал, что там особо скорость какая-то заоблачная. Не, все-таки летает, жестко летает. А ну давайте на экспедицию забежим. На экспедиции будет поинтереснее на это посмотреть. Купидонище жесткий. Так, нам надо убрать, чтобы не было смотрителя. Поехали, смотрим. Так, тут, блин, везде юниты, вот нормально. Жух, смотрите, как у него там крыла нормально так идут. Это, ребята, это при том, что мы еще не бафнулись. Сейчас мы поищем подземку, где можно будет бафнуться. Так, знаете, чтобы бафнуться, еще плюс 50%. Потому что тут весь сок именно в бафе. Так, давайте сюда кого-то добавим. А,
например, вот так вот сейчас с Минотавром попробуем чем подальше пойти. Но даже если так взять, вот посмотрите, насколько прибавка у Миноса сразу же идет по скорости. Но я имею в виду скорость бега. Так, это меня начинает уже заморачивать. Так, где там наш Минотавр? процентов, даже сотки не выбивает. У целей, видимо, больше. Так, интересно, интересно, интересно. Вот тут вот, кстати, интересно, вот он бафнулся. Смотрите, что делается. Что это такое, блин? Это какое-то читерство. А ну-ка еще раз. Мне кажется, даже флешрон не равняется со скоростью такого бега. Смотрите, вжух. Ну, интересно посмотреть на его крылышки. Быстрее они двигаются или нет? Там не успеваешь. Там просто не успеваешь заметить это все. Блин, ну нереально, конечно, он быстрый. А ну сейчас мы поржем. Поржем с того, что мы сейчас некоторых героев поставим. Так. Нам надо найти нашего флешрона, где-то он должен здесь быть. Так, флешрончик, ты где? Если такой купидончик его зарядит, это просто будет эпический бег. У меня тут куча. Вот наш флешрон. А, так, на него можно ангела поставить, в принципе. Все, он у нас заряженный, отлично. Флешрон есть, этот есть, поехали. Так, подземки нет. Давайте сначала с экспедицией посмотрим. Ай, опять не поставил, да что такое? Нам надо его еще здесь найти. Тут будет проще его искать. Вот он. Так, зеленый смотритель. Ладно, раз. И смотрите сейчас. Это просто что-то нереальное, честно говоря. Ну-ка еще раз давайте. Плюс 50%, плюс еще слон дает нам. Давайте так. Раз. Смотрите, как он бегает. И сейчас посмотрите на это. Там чуваки, наверное, просто в шоке с этого всего. То есть, когда Купидон бафает, посмотрите, как он быстро забегает. Обалдеть просто. Под бафом Купа это что-то просто нереальное. Это самый, наверное, самый быстрый Ронин, которую мы пока что видели. А, так, хорошо, давайте его здесь так запустим. Раз. Вот он бегает, а сейчас посмотрите на это передвижение. Так, у нас, к сожалению, уже слили. Слили нашего купчика. Ну, Купидон такой, конечно. Но Ронин, это просто жесть. Под бафом Купа. Давайте обновим. В принципе, мы можем сейчас Купа обратно переделать на максимальный деф. Ну, не максимальный, а вот так вот. То есть, такой вариант, чтобы его не пробивали там особо. Сейчас мы на Купчика еще поставим. Называется тестим Купа и в одно время же не Купа. Так, где там наша экспедиция?
Ну, это просто жесть, конечно, такая скорость бега. Если бы, знаете, еще Купидон был автопрокером, это вообще было бы космически. Круто реально было бы. Такс, ну что тут у нас? Вот посмотрите, как он сейчас бегает. Да, там скорость бега. И под бафом Купидона посмотрите на этот бег. Блять, это что-то нереальное, ребят. Посмотрите, что они чудят. Давай, Купчик, заряжай. Блин, такое выдают, конечно. Так, давайте нафиг этих поубираем. Вот так вот сделаем. Это нереально жесткий флешрон. Вы видите, какое ускорение у нас получается за счет этого? Ну, это просто что-то нереальное. Такое ощущение, что его просто герои просто не будут догонять. Просто жесть. Вот казалось бы, Ронин, давайте где-то так. Ронин, раз, два, смотрите, что делается. Посмотрите на эту скорость передвижения. У него получается волна бьет, он бежит, и у него дальше включается скилл. То есть в этом с одной стороны очень большой плюс. Посмотрите, сейчас он не под бафами. Но когда он врывается, это просто жесть лютая. Обалдеть. Поехали дальше. Вот интересная раста будет. Так, так. Отсюда кубчика запустим. Вот, смотрите на Ронина внимательно. Смотрите, как он бегает быстро. Так, мы на фрае зациклились. Понятно, мы тут не пройдем уже. Так, ладно, давайте на подземках. Вот мне интересно посмотреть на подземках. Посмотрите на эту скорость бега. Он, понимаете, в чем сама суть? Он бежит, включает свой скилл, и он бежит, то есть он сносит, урона хватает, чтобы снести, то есть получается по скорости бега его скилл включается, он сносит, и он быстрее бежит, то есть он быстрее разносит здание в разы. Я не помню, блин, какая там у нас подземка такая интересная была. Даже если взять вот эту, возьмем сюда Купидона, вот посмотрите на скорость, то есть он бежит, задевает. Ронин сам по себе быстрый, но то, что он сделает здесь, это просто, ребята, просто жесть. Вот смотрите, сейчас если Купидончик не включился. Ну, короче, вот так вот. Если сравнивать, можете сравнить своего Ронина, как он бежит, и вы увидите разницу сразу же. Но я сам просто вижу это просто шок. Ну, на арене, я не знаю. На арене, в принципе, как вариант, можно попробовать потрешивать. Аренка, аренка, аренка. Ой, блин. Куда я захожу? Сейчас попробуем их вместе по разным дорожкам выпустить. Ну, конечно, это просто что-то нереальное. Вот реально в такой сборке Ронин самый крутой бегун у нас получается. Так, ну давайте, я надеюсь, тут у них герои бегут по разным дорожкам. Нам как-то надо зацепить. Посмотрите, он половину дороги пробегает, и он просто улетает. За героев. Unreal какой-то. А
К сожалению, Купидон тут не достанет. Ну, видите, даже Купидон, посмотрите, ну, у нас тут он, видите, не с этим. Не с бегом, а ну давайте попробуем его в бег обратно переоденем. Короче, это просто жесть. Надо будет как-то потестить его на битве килли, я думаю, от этого тоже толк будет. Так, арена. Ну, видите, насколько разница в беге. Получается, даже без бафа Ронин забегает намного дальше. Процентуальное все-таки у него и лучше число, и получается, он в любом случае забегает дальше. Посмотрите Купидон. Ну, плюс он уходит в инвиз. Все дела. Ну-ка, 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 копчик, давай, тащи. Посмотрите, сколько там героев. Все, сейчас мы, наверное. Ну-ка, 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 ну-ка. Я его быстрее убьет. Ну, в любом случае, это весело и круто. Давайте еще одну попытку. Фу-фу-фу. Что это был за бег? Жесткий такой. Купчик, красава. Блин, чуть-чуть бафа нам не дал. Дал бы бафа, быстрее бы убили. Да, но Ронин, конечно, отжигает по полной. Давайте еще на этого нападем. Вот смотрите, сейчас баф. Тут, видите, опять не успели. Ну, без вариантов, к сожалению. Ну, короче, вот такая вот игрушка получилась. Блин, нереальнейший бег, конечно. Сейчас попробуем потестить, где-то потрешивать в рейде еще. Видите, нас слили быстрее. Не успел он активироваться. А вот-вот, посмотрите, что делается. Блин, конечно, нереально круто он забегает. Я не знаю, сейчас попробую еще какую-то угольную расту найти. Конечно, у меня сила тут такая, что мне, блин, подкидывает только топов, а тут таких раст особо много нет. Так, в принципе, отлично. Смотрим, раз, два. Блять, что это такое? Посмотрите, как он вбегает в эту расту. Ну, блин, это, знаете, это тоже своего рода плюс, что он так забегает. Это просто аут. Так, тут землеройка Космо. Тут вроде нормально Фрея. Так, нам надо... Вот, кстати, давайте кидаем здесь Ронина. А тут Купа. Блин, Купидон баф даже не дал, а он уже забежал. Блин, обидно. Такая раста классная была. Посмотрите, как он бежит. Это вот какой-то. Блин, вот та раста такая классная была. К сожалению, мы ее профукали. Сейчас поищем еще такую расту с кобочками. Чтобы можно было именно забежать. Ну вот, вроде казалось бы, да? Так, Космо, Фрэнк. А, тут... Тут у нас херова туча друзей.
Ну, давайте тут попробуем. Видите, смотритель. Вот смотритель, вот это самая большая проблема, блин. То, что сделали им пятые ремки, получается, они сразу же бьют. Так, что тут у нас? Ну, пробуем тут. Видите, смотритель молчанку кидает. Посмотрите на этого Ронина, что он чудит. Это просто жесть. Нереально он какой-то нереальный. Просто 50% вынес. Короче, вот так вот. Вот такой вот трэш, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комменты, где вы хотите такого Ронина увидеть. Какие сборки вы еще такие веселые хотите увидеть. Не всегда же нам делать серьезные сборки. Всем удачи, всем пока.